Всем привет, дорогие мои друзья, хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру, Всем привет, дорогие мои друзья, хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру The Messenger. Ну что же, поехали. Ю-ху! Да, конечно. Так, тут у нас, ребята, помните, да, болотная топь. По-моему, так называется локация. Грибочек, опа, минус. Замечательно. Что ты там? Оу. А что это мне такое интересно достается, выпадает? Так, цветочек, пошел отсюда. Не, мне надо как-то, ребята, попасть на эту... Оу, хитрую платформу. Так, ты меня... Да ядрёно ж, ребят, все время... Слушайте, а как же мне так быть? А, я же могу... Да ладно, не попал, ребят. Странно как-то. Ого, смотри. Что еще за чудо в перьях тут летает? Слушайте, а зачем мне нужно, интересно было, вот на эту платформу... Ах, вот оно что. Так, ладно, сделаем тогда так, так и вот так. Вот и все, в принципе, и без платформы с вами обошлись. Бегуны далеко собрались, роднули мои. Так, букашка, ты будешь прыгать, нет? Не хочет. Вот, отличненько. Блин, а, нет, все нормально, все отлично. Так, букашка. Точнее, это не букашка, это у нас, ребята, грибы. Так, здесь подбили, здесь собрали. Оу, а здесь опасно, наверное. Тихо, 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 шипы. Всегда, ребята, опасны. Ай, завяз. Слушай, а как мне быть-то? Мне главное не напороться. Так, бегун, иди отсюда. Так, вот тут надо... Опс, тихо, тихо, ребят. Блин, как же быть? Я перепрыгнуть смогу, интересно, или нет? Наверное, не смогу. Пробуем, короче, так бежать. Бежим, 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 бежим. Ё-моё, ну хорошо, сразу не убивает. Да птичка тут еще. Ах, будь оно неладно. Здоровица очень мало, ребят. Очень мало здоровья у меня. Так, сохранение. Ух, шикарно. Двигаемся дальше, ребятушки, двигаемся. Иди отсюда, пыхтун. Ты мне уже не страшен, если честно. Хопа. Оу. Да-да-да, ребята, оказывается, она через стенки может пулять. Это не есть гуд. Ну что, пыхтунчик? Так, шляпочник этот... На! Ой, не-не-не-не. Лучше... Вот так вот сделаем. Так, мне не нравится, ребята, вон та вон птичка. Костяная. Так, у нас с вами только один вариант. Вот так вот это сделать. Задели все-таки, а? Все сложнее и сложнее, ребят, нам с вами играется. На, уже собрался там бомбить. Не тут-то было. Ой, это что такое? Уничтожается? Нет. Не уничтожается, ребята, это дело. Так, хорошо, нам этот не нужен. Давайте вот так пойдем. Да, в принципе, пофиг на него. Пошли сюда. Ах ты! Не попал. Так, что у нас тут? Открываются ворота, быстренько пробегаем. Ага, это в обратку уже, ладно. Точно какие-то сыпучие топи. Да ладно. Вот. Что вы делаете, да, ребят, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Исчезло. Ну, нам-то лучше. Так, я что-то боюсь, что, ребят, секунду на секунду будет босяра. Почему-то нет предчувствия такое. Да иди ты отсюда, начинает своими шипами бросаться. Говнючело. Оу, тихо, у меня закончились, ребята, сюрикены. Так, тут еще и двое их уже, да? Один минус, второй минус. Все у нас хорошо, ребят. Так, сейчас мы пробежим и летим отсюда. Опа, снаряд, хорошо я его, ребят, сбить успел. Да чтоб тебя, так. Все успешно получается. Ладно, ребят, давайте, пошли, 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 пошли отсюда и сматываемся. Оу, сколько вас здесь, ребята. Портал, обязательно зайдем и посмотрим, что мы можем с вами приобрести. Да ничего, ребят, 170 этих. Что тебе нужно? Да мне много чего нужно, сможешь ли ты мне помочь в этом деле? Нет, конечно же. Поэтому прощай, родной мой торгаш. Я буду тебя помнить. Минус, минус. Иди отсюда. Да, конечно, шляпочник.
Бросается он мне эту шляпу. Так, я вижу, 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 слышал этого воронка. Хопа, минус. Тихо ты, блин. Да что, что ж такое-то, а? Вы что себе позволяете? Я не понимаю, ребят. Ну что ты, черепашонок, иди. Оу, а здесь, ребята, опасно. Опасно! Ох, у меня всего лишь одна ошибка на ошибку. Ух, отлично. Да. Хорошо, я попробую вот так вот сделать. Оп, да иди ты отсюда. Я не буду, ребята, там идти на поверху. Не хочу, честно вам скажу, рисковать не буду. Меня здесь вполне устраивает. Единственное, что можно это вот тут вот выбить и все. Так, здесь нельзя. Вот так вот делаем. Отлично, нормуль. Двигаемся дальше. Хардкорщики могут идти наверх, естественно, ребят. Я не хардкорщик, я любитель. Новичок. Нубас. Так. Ну что ты там, шляпочек. Оу, здесь надо пробивать, ё-моё. Две звездочки просто... Ого, он без шляпы-то еще и с красным становится. Дун-дун-дун-дун. Замечательно, разбомбил. Так, хорош бросаться уже своей хренью. Нормулька. Куда там твои... Оу! Шляпочник на шляпочнике. И шляпочником погоняет, ребят. Ага, здесь, значит, вот так вот надо успеть. Понятно. Открываем. Пробегаем, успеваем. Шикарно. Оу, блин, даже все ведь нормально было. Хотя птичку тоже не помешало подбить, да, ребят? Оп-оп-оп-оп, собрали. Секунду. А, вот так это делается. Все, что ли? Ну, пошли, пошли так. Не нравится мне это все. Зачем так сделано было? Оу, тут шипы. Так, секунду, ребят. Как же мне тут... Как мне тут быть-то? Да ядрёна вошь! Главное не паниковать. И не суетиться. А я суетливый какой-то. Чересчур стал. На! Ну а ты чё, пыхтун? Надо тебя трогать? Наверное, надо. Опа, минус. Нечего бросаться. Что у нас тут? Отлично, вот так вот. Так, хорошо, когда есть сюрикены, да, ребят? Так, тут что-то как-то загадочно все это выглядит. Шар. Ладно, предположим. Что я могу сделать? Я могу, ребята, спланировать. И далеко я так улечу. Хрен его знает. Ну, выбора-то нету. Вот и все. Опачки, тут еще не легче. Так, ладно, черепаха мне это не страшна. Мне вот гриб больше нервирует. Минус. Так, платформа, да? Минус. Так, отлично. Побежали. Хорошо, что эти пески, ребят, ну, не так уж сильно засасывают, как могли бы. Ага, я, честно говоря, думал, что я вот эти вот иглы могу... Так, тихонько, тихонько. Надо нам как-то вот туда, ребята, перемещаться. Что я их могу сбивать, но походу нет. Не получается. Ладно, двигаемся дальше. Когда же конец-то будет этому уровню-то, ё-моё. Блин. Как-то хреново, тут эта фигня, тут еще этот гриб. Минус. И еще один минус. Забираем сферы. Все, перепрыгиваем и идем на самый верх. Что у нас тут наверху? Ну, ничего страшного. Так, обычно у нас тут грибы. Блин, блин, блинский. Ага. Куда? Уже хотел прыгнуть. Где босс? Я требую босса. Ребят, вот этот вот портал мне, знаете, чего напоминает? Что сейчас будет, скорее всего, босс. Хотя я могу и ошибаться. А ну-ка, что у нас тут? Да, мне что-то нужно. Улучшим. Мы можем что-нибудь с тобой улучшить, бродяга? Нет? Ты ничего не хочешь мне улучшить? Абсолютно ничего, ребят, не хочет. Жаль, очень жаль. А я так надеялся. Ну что же, чувствую, босс будет сейчас. Да.
Так, 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 похоже, у нас тут незваные гости. Тебе лучше уйти, это место прямо-таки кишит монстрами. Ой, мой иглогрипп напугал тебя. Так это правда? Ха-ха-ха-ха. Тебе не нравится моя армия? Что ж, очень жаль, ведь скоро ты к ней присоединишься. Хм. Погоди, этот свиток. Неужели это... Нет, невозможно. Преклони колени перед королевской... перед королевой и прими проклятие игл. Да с какого-то перепуга? Иди сюда. Так, что ты делаешь? Что ты делаешь? Оу. Так, не нрав... Здравствуйте, приплыли. Она меня превращает, ребята, в грибы. Слушай, ты достала. Так, ладно, хорошо. Ну, предположим, мы эти сорняки... Да чтоб тебя... Не понял. Ты будешь? Да, она будет, ребята. Она обязательно будет. Что ты делаешь? Да ядреного же, опять она меня в гриб превратила. И будет сейчас лупить? Нет. С сюрикеном не успел ее подбить. Так, она прекратит прыгать. Мне нужно ее, ребята, подлавливать, когда она... Опять вызывает. Ну? На меня прыгает, гаденыш. Слушай, мне так не хватит хп. А как тогда быть-то, интересно, а? Давай, первая фаза, как обычно, ребята. Проще парной репы. Два удара успел нанести, отлично, хорошо. Давай, летай тут, прыгай, что хочешь, делай. Мне, в принципе, пофиг. Ага, превратилась она в грибок. Так, отличненько. Я ей зазвездлярил. Ну что? Давай, 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 давай. Так, ты будешь спускаться или нет? Эй, охламонка, давайте так сделаем. Пускай она сразу к нам идет, мы ее поджидаем. Хе-е. Два раза я ее все-таки пригрел. Хорошо. Давай, выпускай свой цветочек. Мы его подбиваем, ребят. И ждем, пока она спускается к нам. Есть. Бомбим. Все, пока хорошо у нас. Так. Прыгаем. Отлично, сейчас я ей прописал, ребята. Будет, наверное, по три листочка бросать или нет. Посмотрим. Да, по три листочка она бросает. Да-да-да-да-да-да-да. Я знаю, что ты посмеешься надо мной, типа. Так, главное не пропустить, ребят. Хоп, давай, спускайся сюда. Спускайся, спускайся, я жду тебя. Отлично, я ее подловил, главное, ребят. Вот сейчас... Оу! Тихо ты! Сейчас было неплохо, но у меня мало здоровья, ребят. Е-е-е, я ей пропечатал! Ух! Что это такое? Так, погоди-ка минутку. Хм. Ты вообще кто? Я Игбл. Иглб? Какое-то бессмысленное имя. Почему я никогда тебя не встречал? Меня изгнали много лет назад, когда меня прокляли вместе с моим гонцом. Хм. Этот голос, может быть, ты... Уберусь, еще бы. Пока, малявка. Не понял. Да-да-да, я смотрю, мы в растерянности. Я тоже не знаю, что произошло, гонец. Воу. Что? Что не так опять? Продолжение? Вот так вот просто-напросто без какого-либо перехода? А, нет. Горячие скалы, ребята. Следующий этап у нас. Сохранение. Ага, даже вот так вот. Оу, тихо-тихо, голем. Успокойтесь, пожалуйста. Так, отлично, все хорошо, ребят. Так, а тут-то что? Ну, я ничего такого страшного здесь не вижу. Так, там я не могу. Портал. Слушайте, а давайте зайдем. Мы, наверное, сможем что-то с вами улучшить. Хотя давайте поговорим с ним. Поздравляю, тебе удалось добраться до подножия горы. Я почти у цели? Ты знаешь, что это значит? Ну, не знаю, может быть, ты снова втянешь меня в сети диалога? Хм, что? Ты имеешь в виду мою шутливую беседу с тобой? Ну, типа того. Полагаю, ты считаешь, что заслуживаешь награды? Нет.
Да. Да нет, считаешь. К тому же, тебе никогда не забраться туда без дротика с веревкой. Дротика с веревкой? Можешь особенно не думать об этом, вероятно. Все так и так будут называть его захватным крюком. Вот. Ты получаешь дротик с веревкой. Нажми B, чтобы сделать бросок, применяя его к кольцам, фонарям, стенам и врагам. Что тебе еще, что-нибудь нужно? Давай побеседуем с тобой. Монахиня. А та монахиня. Как я и боялся, одна из самых многообещающих наших гонцов не погибла, а оказалась навеки проклята. Она стала и королевой игл. Как это случилось? Об этом я расскажу в другой раз. Так, о чем ты хочешь поболтать? Давай про дротик с веревкой поговорим. Ну, стало быть, спасибо за дротик с веревкой. О, так, по-твоему, все вышло как-то неловко. Можно и так сказать. Тебе явно никогда не приходилось сообщать боссу, что твой маленький эксперимент прошел не так, как задумано, навеки изменив жизнь твоего коллеги. Эй, я все слышу. В общем, его можно применить кольцам, фонарям, стенам и врагам. Безумствуй как хочешь. Понятно, спасибо тебе, торгаши. А я, пожалуй... А, подожди-ка, что, я могу улучшить? Да ведь не могу уже. Так, мне не хватает буквально чуть-чуть, ребят. Ладно. Клевое дело. Оу. Смотри-ка. Оу. Оу, оу. Да я, елки-палки, прям как сам Скорпион. Ну-ка. Погоди, а... Слушайте, я не могу, да, значит... Оу, вот так вот можно. Оу, тихо-тихо, это шипы. Фу. Говорят, к врагам можно применять. Точно, ребята, можно применять. И причем при этом их убивать. Куда же мне тут... Оу, тихо. Вот как можно. Замечательно, ребята. Просто шик. А ну-ка. Йо-хоу. Тихо-тихо, не надо падать только. Слушайте, а мне нравится этот крюк. Вообще шикарно. Так, ну где же у нас тут сохранение-то ближайшее? Так. Иди отсюда. Вот как это, ребята, действует. Да чтоб тебя. Воу, я что-то раздухарился так не на шуточку, да, ребят? Тихо ты, да чтоб тебя. Что-то, ребята, раздухарился я чересчур. И уже играю невнимательно, а это очень плохо. Нам нужно очень играть внимательно. Так, планируем. Тихо, какой-то планируем. На. Получил свое. Забираем все, абсолютно везде. Ну, готов. Так, тихо. Не выделывайся, пожалуйста, мне здесь. Так, секунду, а как я тут-то должен сделать? Погоди, не понял я. Ага, вот так, все, ясно. Оу, тихо, островки-то у нас... Ладно, здесь я должен перелететь. А что мне это вообще дает? Понял я, ребята, что мне это дает. Вот оно, что мне дает. Я должен вот сюда переместиться. Фух, аркадчик еще тот, ребят, из меня. Нормулька. Что это такое? Кто-то камни бросает, да? И я так понимаю, это големы? Собственная персона. Ребят, вот оно наше сохранение. И теперь я смогу все-таки у него изучить один предметик. Да, я хочу, у тебя там что-то было, я видел. Да, вот. Куртка Кусари. ОЗ плюс один. Скрытый от посторонних глаз нагрудник, повышающий твою стойкость. Выучиваем. Ух, ну что ж, дорогие мои друзья, а на этой ноте, пожалуй, мы с вами и будем завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков, ребят. I'm a freak.